Привет, Файнс, вы снова на моем канале, и сегодня мы с вами будем делать образ в стиле гранж. Подобный формат видео выходил у Ли на канале, ссылочка на ее канал будет в описании моего канала, также ссылка на ее телеграм-канал, на мой телеграм-канал, все в описании канала. А мы начинаем! Не знает, как выглядит стиль гранж, я вот сюда куда-нибудь прикреплю фотографии, как он смотрится. Я буду стараться повторить что-то наподобие этого, потому что, поверьте, черных вещей в гардеробе у меня предостаточно. Итак, первый лот – это такая толстовка. Мне безумно нравится, я ношу каждый день просто повседневно. И я очень хочу вписать ее в этот образ, потому что мне кажется, по стилистике она, в принципе, может подойти. Я минуту назад. Безумно нравится, я ношу каждый день просто повседневно. Второй лот, это вот такая юбка. Мне кажется, она тоже, в принципе, может вписаться в этот образ, потому что я столько посмотрела всяких примеров этого образа, и почти все были в юбках, поэтому я думаю, что или вот эту юбку, или другую я точно впишу в этот образ. Следующее. Следующее это у нас вот такая вот футболка, вот эта футболка, ее тоже хочу вписать в образ, но я не знаю, как это сделать, потому что у меня уже тут две толстовки и футболка, и что-то точно придется убирать, но я буду сейчас сидеть, сочетать, смотреть, как все это будет выглядеть, и мы по итогу посмотрим, что у нас получится. Ну и последнее, что я нашла в своем гардеробе из примерно такого такого гранжа, это вот такая вот вещь. Она, мне кажется, вот идеально просто подходит по стилистике. Посмотрите, у него тут такие цепочки, ремешки вот такие вот. Я без понятия, что это такое вообще, душе не чаю, но мне очень нравится эта вещь, которую я пока еще никуда не надевала, потому что она новая. Вот сегодня и посмотрим, как она вообще на мне, в принципе, будет выглядеть, да? Так, первое из вещей, которое я решила надеть сразу, это же толстовка. И следующее, то, что я к ней подберу в комплект, это сейчас примерим юбку и посмотрим в полный рост, как все это будет выглядеть. Сейчас мы еще посмотрим, как это будет смотреться с футболкой, потому что толстовка полностью закрывает юбку. А если смотреть уже вот так, то, мне кажется, смотрится плохо. Особенно, если как-то эту футболку, не знаю, заправить, расправить. С этой футболкой, мне кажется, образ смотрится более полноценно и более получше как-то. Ну, по крайней мере, мне так больше нравится. Все. Отсеиваю вопросы. И сейчас еще померяю с той толстовкой. Но все-таки, наверное, я остановлюсь в футболке. Честно, я считаю, все. Я нашла то, что мне надо было. Потому что вот эта штука, вот с этой вот этой футболкой смотрится вообще классно. И с юбкой тоже это все хорошо сочетается. Потому что сверху, у меня как бы сверху такой большой объем, а ноги у меня свободные. Поэтому этот образ смотрится достаточно гармонично, как кажется лично мне. И, кстати, у Ли скоро выйдет вторая часть, повторяем образы, и, возможно, я к ней там присоединюсь. Так, ну, знаете, в принципе, мы недалеко ушли, я сейчас тут буду краситься, все. Как я поняла из того, что я уже увидела, ну, макияж в стиле гранж, это просто макияж с огромными стрелками. Поэтому сейчас, как я поняла, тут надо делать... Акцент не надо делать на губы, и больше акцент делается именно на глаза. Поэтому сейчас мы будем пытаться повторить какой-нибудь макияж. Губы мы сейчас будем красить помадой. Такой вот нюдовый цвет. Мне кажется, в принципе, цвет пойдет. Хоть это и немного не то, что нужно. Но у меня темнее помады нет, извините. Ну так, у меня готова одна сторона. В принципе, я даже не знаю, с этой бровью лучше или лучше без нее. Потому что я вот, видите, зарисовала. Короче, сейчас я буду рисовать вторую половину. Короче, я сделала такой макияж. Честно, мне он не очень нравится, как вышло, но мне уже переделывать немного лень. Для прически нужны как бы немного залезать волосы и заколоть заколками. Из маленьких заколок у меня только вот такие. Вот такие цветные, красные, зеленые, розовые. Ну, поэтому для гранжа, наверное, что-то больше красные. Я буду делать прическу ими. Получился, в него как бы входит, если вам интересно, такая вот кофточка, футболочка, юбка и вот такие вот ботиночки.
Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал. И ждите вторую часть. А в каком стиле мне еще сделать образ, пишите ниже в комментариях. Ну а я всех люблю, всех обнимаю, всех целую и всем пока!